Всем большой привет из Кузбасса. Внезапно ночью налетел ураган небывалой силы. За ночь температура менялась скачками много раз. Снежный покров весь сошел у нас. И давление. Давление было 709 миллиметров. Такого низкого давления я еще не видел здесь. За окном творится нечто невообразимое. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Всю кровлю почти с гаражей сдуло, то есть смыло. И куча наваленных деревьев. Еще непонятно, что в городе происходит. То есть за один день очень резко меняется погода. Для людей метеозависимость это целая беда. Нужно, чтобы внутреннее давление подстроилось под резкий скачок внешнего. Для этого есть приемы рефлексотерапии, которые могут или быстро опустить давление, или поднять, наоборот, при скачке. Или кто не имеет ничего этого, есть препараты для корректировки типа каптоприла. Таблетку нужно и всегда иметь в запасе. Вот такая у нас катавасия в Кузбассе резкая. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.